Над портретом легендарного самарского конструктора работали почти 2 недели, рассказывает художник Максим Иванов. Основной акцент сделали на цвета. В портрете специально использовали синий, лазурный, киноварь, чтобы передать динамику, настроение взлета и движения. Важна и композиция. Портрет осознанно выполнен в плакатном стиле, чтобы передать настроение советской эпохи. И состоит из 2 планов. Это сам портрет и фон, на котором изображены фрагменты оригинальных чертежей ракеты «Союз». Во время работы не обошлось без мистики. И так совпали обстоятельства, что 2 дня шел дождь, и поэтому наша работа немножко сместилась, мы 2 дня не могли рисовать. А в результате работу мы закончили 4 октября 2017 года, и так, ну, незапланированно совпали обстоятельства, что именно 4 октября 1957 года эта ракета вывел спутник на орбиту планеты Земля. Основой для портрета послужил снимок из семейного архива. На фотографии легендарному конструктору чуть больше 40 лет. На официальном снимке он серьезен и собран, как и подобает советскому ученому. В семье же, рассказывает дочь всемирно известного конструктора, Дмитрий Ильич был добрым и мягким человеком. Это и сейчас читается в его взгляде на портрете. Мне уже звонили знакомые, так сказать, говорили, что видели. Похож. Мы тоже приезжали, посмотрели. Похож. И хорошо, что обычно как-то вот за очками получается, глаза не очень хорошо видны, а здесь все прописано хорошо. На этом плакате акция не заканчивается. В планах фонда капитального ремонта в следующем году нарисовать на фасадах домов Самары портреты Петра Алабина и Валерия Грушина. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».